Здравствуйте, это новости 24 в студии Махач Курбанов. И короткий анонс того, что сегодня вы увидите. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с делегацией из Сирии и ректором Российского исламского университета. В Дагестанском гуманитарном институте проходят курсы повышения квалификации для религиозных деятелей. Дагестан и Чечню связал автопробег от героя к герою, посвященный памяти героев России, первого президента Чеченской республики Ахмадхаджи Кадырова и братьев Нурбагандовых. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди провел ряд встреч. В начале с визитом прибыл ректор Российского исламского университета Рафик Мухаммедшин. Затем делегация из Сирии. Визит гостей длится уже несколько дней. Они принимают активное участие в различных конференциях. Обо всем по порядку в следующем сюжете. В сентябре этого года Болгарская исламская академия распахнет свои двери и примет учащихся со всех регионов России. Проект федеральный и поддержан президентом страны Владимиром Путиным. Исламская академия – высшее звено религиозного образования в стране. Работа по подбору студентов академии в самом разгаре. Чтобы попасть в их число, необходимо быть бакалавром и иметь высшее исламское образование. Именно для того, чтобы пригласить выпускников дагестанских исламских учебных заведений, и прибыл ректор Российского исламского университета Рафик Мухаммедшин. В Болгарской исламской академии мы планируем, в первую очередь, чтобы это было религиозное учебное заведение. То есть он, и задача такая была поставлена, чтобы наша молодежь меньше выезжала в зарубежные страны. То есть он был конкурентоспособным. То есть не выезжая из России, чтобы в Болгарах могли получать глубокие исламские знания. На встрече муфтия Дагестана и ректора РИУ также присутствовал ректор Дагестанского гуманитарного института Мурат Шафиев. Гости обсудили проблему религиозного образования россиян. Шейх Ахмад Афанди хорошо отозвался об открытии Болгарской исламской академии. В завершении встречи стороны сделали общее вето. Несколько позже муфтий шейх Ахмад Афанди встретился с делегацией из Сирии. Когда убили Рамазан Аль-Бути, мое сердце переполняло печаль и беспокойство, так как смерть ученого подобна смерти целого народа. Но когда меня посещают ученые, подобные вам, мое сердце успокаивается. Гости рассказали об учебной деятельности в Сирии. Несмотря на трудности, которые они испытывают, образовательный процесс не останавливается. Гости поблагодарили муфтия за теплый прием и поделились впечатлениями о книге шейха Ахмада Афанди. Я узнал про вас от дагестанцев. Они подарили мне книгу «Благонравие праведников». Когда читал книгу, я чувствовал, как свет знаний идет прямо в сердце. И с тех пор я жаждал встречи с автором. Также гость отметил, что данная книга является самой востребованной в нынешнее время, когда необходимо улучшить нравы мусульман. Ведь благой нрав – это и есть составляющая посланнической миссии. В конце встречи муфтий вручил гостям памятные подарки и проводил их. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестанском гуманитарном институте в рамках федеральной программы проходят курсы повышения квалификации для религиозных деятелей. Учебу проходят свыше 150 специалистов. В качестве лекторов выступают профессора и доценты, кандидаты и доктора наук. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. На открытии присутствуют представители власти и духовенства республики, а также почетные гости из Казани. Выступающие отмечают, что образовательная программа направлена на профилактику экстремизма в студенческой и школьной среде, а также гражданское просвещение религиозных деятелей. Любой деятель, любой специалист, любые направления, они должны проходить повышение квалификации. Так и богословы, и имамы, они обязаны самосовершенствоваться. Поэтому и их, как я думаю, собрал муфтият нашей республики совместно с Дагестанским гуманитарным институтом, который именно дает нам площадку для прохождения данных курсов. В наше время очень и очень наше население, наш народ нуждается к высококвалифицированным кадрам и специалистам. Мы думаем, что если вы будете над собой работать, и вы окажетесь из числа тех, которые принесут большую пользу и станете высококвалифицированными специалистами. Недельные курсы пройдут свыше 150 богословов. Среди них имамы, проповедники, преподаватели исламских вузов, все те, кто проводит просветительскую работу среди населения республики. Наука не стоит на месте, развивается, и средства науки и техники, они открывают новые горизонты и возможности в любой сфере, в частности, в сфере IT-технологий, в сфере, значит, СМИ и так далее. И современный религиозный деятель, помимо, значит, владения знаниями, он должен владеть инструментарием
с помощью которых эти знания возможно доводить до аудитории. Кандидаты, доктора наук, психологи, ведущие специалисты прочитают лекции и проведут тренинги по культуре речи, ораторскому мастерству, а также затронут темы современных технологий, расскажут об особенностях работы в социальных сетях. Как отмечают организаторы, прохождения курсов поможет религиозным деятелям в работе с молодежью. Для нас, для мусульман, же очень важно, чтобы мы были тоже продвинутыми, чтобы, когда мы говорим молодежь, креативными, они должны быть современными. Но это очень важно, потому что мы живем в обществе, где исламофобских настроений очень много. То есть мы вот своим и внешним видом, и своими знаниями, своими подходами должны показать, что мы, мусульмане, вот мы российские мусульмане, вот какие мы образованные, какие мы современные, чтобы это сыграло свою положительную роль в том, чтобы ислам занял свое достойное место вот в России. Вузом-партнером курсов повышения квалификации является Пятигорский государственный университет. По завершении учебной программы богословам выдадут соответствующие сертификаты. Камзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал НТ, Махачкала. В минувшие дни Дагестан и Чечню связал автопробег от героя к герою, посвященный памяти героев России, первого президента Чеченской республики Ахмадхаджи Кадырова и братьев Нурбагандовых. Старт был дан в городе Грозный, столице Чеченской республики. О том, как приняли гостей из братской республики в Дагестане, расскажет Алина Хасанбекова. На 26 машинах приехало более сотни человек. Инициаторами мероприятия выступили воины-интернационалисты Чеченской республики, Ингушетии и Дагестана. Конечным пунктом прибытия участников автопробега стало селение Сергакала, родное село Магомеда Нурбагандова. По прибытии гостей в селении состоялся митинг, посвященный памяти героев России Ахмадхаджи Кадырова, Магомеда Нурбагандова и кавалера ордена мужества Абдурашида Нурбагандова. Затем присутствующие почтили память героев минутой молчания, которая прошла под звук метронома, а после прозвучала песня Андрея Ковалева, посвященная Магомеду Нурбагандову. Работайте, братья, в глазах как живой. Сын Дагестана, России герой. О подвигах героев помнят не только взрослые, но и дети. Ученик Сергакалинской школы номер 2 Алибулат Азизов прочитал эмоциональное стихотворение, посвященное Магомеду Нурбагандову. «Навеки запомню, его я два слова. Работайте, братья, — сказал он тогда. И резко в душе ему я ответил, — работаем, брат, и будем всегда». Делегация Чеченской Республики вручила отцу героя России Магомеда Нурбагандова портрет героя России первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова. В свою очередь Нурбаган Нурбагандов поблагодарил всех гостей и участников автопробега, при этом отметив, что его дом всегда открыт для приема таких желанных гостей. А этот день должен был я улететь в Калининград. Нас там же тоже было, значит, пригласили наш огромный фестиваль, посвященный тоже Магомеду. И поверьте вы мне, я когда услышал слово, что так это все идет, связано с Рамзаном Кадыровым, его с отцом, я говорю, нет, никуда, никакой Калининград тоже не поеду, я обязательно буду, наша семья тоже будет здесь, и мать будет, и мы все мы здесь будем. Герои всегда останутся в памяти и в сердцах людей. Как говорится, героями не становятся, а рождаются. Они ушли непобежденными, оставив пример для последующего поколения. Алина Хасанбекова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Сергакалинский район. Грандиозный фестиваль водных и пляжных видов прошел в минувшие выходные на загородном пляже «Оазис». По словам организаторов, Махачкала – прекрасный город на берегу моря, и культивирование именно водных видов спорта имеет огромное значение для развития туризма. В программе мероприятия были самые различные выступления. Азартные соревнования по кайтбордингу, виндсерфингу, пляжному волейболу и футболу не оставили равнодушным ни одного из любителей моря. Также желающие могли пройти курс начинающего моряка и обучиться управлению парусными лодками и катамаранами. Прекрасный солнечный праздник украсило бесплатное мороженое, напитки и плов. Довольны остались все. Победители соревнований получили награды и подарки, а остальные – прекрасное настроение и мощный заряд позитивной солнечной энергии. Я желаю удачи всем участникам. Здесь очень много детей, это очень важно их вовлекать в здоровый образ жизни, в мероприятия, которые направлены на это дело. Поэтому всех вам благ, успехов и удачи.
И напоследок курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 6 копеек, евро 67 рублей 61 копейка. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши новости на сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь, всего хорошего.